Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Коннор. Найти Девианта было очень непросто. Его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Коннор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о девианте? Признаки девиации были налицо. Когнитивная нестабильность, непредсказуемое поведение и, конечно, эмуляция эмоций. И даже страх смерти. Модель явно имела дефекты. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он неприятен и непрофессионален. Предполагаю, что подвержен аддикции, склонен игнорировать протокол и демонстрирует презрение к андроидам. Это все усложняет. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Сосредоточусь на деле, а его попытаюсь игнорировать. Если он не станет вмешиваться и провоцировать конфликты, проблем не будет. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасные. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. У тебя просто шел. Новый виток конфликта вокруг Арктики. Накануне патрульный катер ВМС США столкнулся с российским транспортником. Конечно. Пока обошлось без жертв и повреждений. С обеих сторон сделаны лишь предупредительные выстрелы. Министр обороны Деннис Рикс назвал это возмутительной провокацией, которую нельзя игнорировать. Другие страны региона, в частности Швеция и Канада, призвали стороны немедленно отозвать войска и начать международные переговоры. Пока ни от Москвы, ни от Вашингтона ответа не последовало. Мы будем держать вас в курсе того, как развивается ситуация. Я ищу лейтенанта Андерсона. Его стол вон там. Внимание, тревога. Движение сильно затруднено. Ты и ты со мной. Нужен патруль.
Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерс? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Пип. Короче. Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Мне на стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип, будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Ты образцы уже смотрел?
Я очень рад, что меня приняли. Уверяю, что приложу все усилия. Закрой дверь с той стороны. Хорошего дня, капитан. Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей из-за трехочковой линии. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. О. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить, у вас какая-то особая причина презирать меня? Да, есть одна. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. «243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель АХ-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать». Понимаю, у вас проблемы личного характера, лейтенант. Но вам следует от них отвлечься и... Эй, ты ни хрена обо мне не знаешь. Я тебе не друг, и советы свои держи при себе. Вам следует заняться личными проблемами и дать мне более компетентного напарника. Слышь, говнюк,
Была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо.